смородина красная Юнкер ван Тец, кустарник высотой 1,5–1,7 метра с аккуратной шаровидной кроной. Отличается ранним созреванием, высокой урожайностью, стойкостью к низким температурам и недостатку влаги. Пагоны светло-зеленые в молодом возрасте, со временем одревесневают и покрываются серой слоистой корой. Листовые пластинки темно-изумрудной окраски, трехлопастные. Цветение малодекоративное, начинается в мае, венчики, мелкие салатовые колокольчики. Плоды крупные, с плотной оболочкой и кисло-сладкой мякотью. Образуют кисть длиной до 10 см из нескольких ярко-алых ягодок, не осыпающихся с куста после окончательного созревания. Одно растение дает до 6,5 кг урожая. Сорт непривередлив, не требует особых условий выращивания и прост в уходе. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.